чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Этот неофициальный девиз российской авиации сегодня прозвучал у Вечного огня. На набережной Грина в эту пятницу отметили День военно-воздушных сил России. Мирно! Равнение на середину. У Вечного огня на митинг построились более 30 кировских ветеранов военно-воздушных сил. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник – День ВВС. Военный летчик первого класса, командир эскадрильи Василий Шкаридный говорит, что 6 лет он уже знал, что хочет стать летчиком. И вот удалось. За свою жизнь он получил большое количество наград. Но самое ценное, рассказывает, это орден Красной Звезды. Его дают за кровь. В войну дали несколько миллионов в отечественную. Вот это самая выдающаяся награда, которую я получил в Афганистане в 1981 году. 8 человек группа ходили на караваны, высадили их, и духи начали их стрелять. Пришлось забирать их под огнем и вывозить. Сегодня список памятных наград летчика пополнился. Глава города Владимир Быков лично вручил мужчине почетную грамоту. Ее уже удостоились и другие заслуженные ветераны. Во время поздравления мэр города отметил, что авиация – это элита вооруженных сил. И Россия может гордиться такими военными. Это люди, которые отдали свою жизнь, все молодые годы, именно рискуя своей жизнью, выполняя боевые полеты или даже учебные полеты. И сегодня они вспоминают. Сегодня они отмечают 104-ю годовщину военно-воздушных сил. Всегда поздравляя себя, они говорили себе, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Торжественная часть завершилась возложением цветов к Вечному огню. Память о тех, кто уже не может отметить свой профессиональный праздник. Анастасия Шерстнева, Николай Шахарбиев, Бюро новостей Давича.